Тема моей проповеди – молитва в тайной комнате. Я зачитаю из Евангелия от Матфея, 6 глава. Матфея, 6 глава. Начнем с 6 стиха. Это очень известное место Писания, говорящее о молитве. Иисус сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». И далее он продолжает их учить молитве «Отче наш». Молитва. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за истину. Господи, мы знаем, что Ты нас призвал на это место, и Ты воздвигаешь нам пастыри, чтобы они учили Твоей истине. И мы пришли, чтобы услышать Твое Слово и повиноваться Ему. Ты насыщаешь души тех, кто любит Твое Слово. В этом доме любят Твое Слово. В этом доме чтят Твое Слово. Дух Святой, без Твоего помазания Слово не принесет нам пользы, не сможет проникнуть в сознание человека. Посему мы просим, Дух Святой, приди на это место, коснись нашего сознания, возьми в удел мои уста и говори. Очисть мои уста и очисть наши уши, чтобы слышать то, что говорит Господь нам через Духа Святого этим утром. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. У меня есть вопрос к вам. Это время тьмы и смуты в США и во всем мире. Если вы вернетесь в прошлое, примерно 5-10 лет назад, с того времени мир все время находился в состоянии напряжения. Вспомните цунами, 11 сентября, терроризм, войну в Афганистане, Ираке и недавно в Ливане. Подумайте о ядерном оружии в руках безумцев. До нас доходят различные военные слухи. Вы слышите о людях, которые ведут себя крайне безнравственно. Вы слышите о страхах и беспокойствах людей. Помните слова Иисуса? Люди будут издыхать от страха и из ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Евангелие от Луки 21:26. И вы являетесь очевидцами того, как стремительно наступают эти события. Вы видите все это и чувствуете напряженность, когда скачут цены на топливо. Это страхи повсюду. Многие ожидают начала Третьей мировой войны. Вы слышите все, что происходит, и люди просто не выдерживают такого огромного напряжения. Мой вопрос состоит в следующем. Что должна делать церковь? Как тело Христово должно реагировать? Что мы должны делать? Многие люди считают, что с этими проблемами никогда не получится справиться. Мы дошли до полного отчаяния, как будто вообще нет надежды. Не имея надежды, многие молодые люди обращаются к наркотикам, многие обращаются к алкоголю. Что может сделать Церковь Иисуса Христа? Что мы делаем, когда видим эти проблемы? Мы просто сидим и ждем пришествия Иисуса? Многие говорят: мы не хотим терпеть эти бедствия, проходить через трудности. Мы не готовы проходить через страдания. Мы просто сидим, приходим в церковь и славим Господа. Благодарим Его, что мы спасены. Куда же делась сила церкви, власть церкви? Неужели больше нет того, что церковь Иисуса Христа призвана делать в трудное время? А может, мы слушаем дьявола, который говорит: ты ничего уже не сможешь сделать. Почему бы тебе просто не благодарить Бога, что ты спасен? И он использует даже место Писания, чтобы подтвердить это. Зачем евангелизировать, когда ислам, мусульмане захватывают мир? Так что ты собираешься делать? Не думаешь ли ты проповедовать Евангелие в мусульманских странах? Ведь они отрубят тебе голову. Мы слышим все это. Мы видим, как мусульманская религия набирает силу. Я слышал передачу о группе молодых мусульман в Лондоне.
Послушайте только, что они говорили. Я был просто шокирован. Мы мусульмане, мы не христиане, мы не подставляем другую щеку, мы отрубаем головы. Это наша религия. Я не собираюсь поносить мусульманство, но это то, что я слышал. Это то, о чем говорят молодые террористы, это то, во что они верят. О всем этом говорят СМИ. Так что же может сделать церковь? Что мы можем делать? Представление многих христиан, церковь стала так слаба. Она стала материалистичной. Она проповедует Евангелие преуспевания, как стать богатым в Иисусе. В нем ты можешь иметь Мерседес и большой особняк. Я не выступаю против всего этого. Господь может так благословлять людей. Спасибо Богу за благословение. Что касается современного телевидения, то оно представляет Иисуса в роли Санта-Клауса, который может тебе дать твой кусок американского пирога. Это просто кощунство перед глазами всемогущего Бога. Весь мир теперь смотрит на церковь как на бессильную и ненужную организацию. Давайте посмотрим, что сказал пророк Иаиль об этих днях. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, такого не было от века. Иаиль взывал: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Ибо день Господень близок». Так что же Иаиль предлагает нам делать в подобное время? Читая Ветхий Завет, можно увидеть прообразы Нового Завета. И вот что Иаиль предлагает делать церкви. 12 стих. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне тем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, будьте внимательны, кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения». Читая это место, эти два слова сильно коснулись меня. Еще ныне, в это время величайшего в истории Бога отступничества, в это время процветающего гомосексуализма и разрушения всевозможных моральных устоев, когда мужчины хотят выходить замуж, а женщины жениться, кроме того, что они еще хотят усыновлять детей. В это время, ныне еще, когда мир всячески пытается изжить Христа, изжить Бога, из общества, понося Его имя, ныне еще, когда кажется, что благоприятное время прошло, и Бог сказал: «Довольно», пророк говорит: «Но и ныне еще, собирайтесь вместе, начинайте молиться, вопиять, покайтесь пред Господом», пророк говорит, «но еще ныне, когда густой мрак покрывает всю землю, ныне, еще ныне, когда общество теряет нравственные ориентиры, ныне еще взывайте к Господу, ныне еще». Послушайте только, о чем говорит Слово. «Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Но ныне еще, кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения». Мы должны понимать, что это дьявол говорит нам: нынешнее поколение слишком развращено. Он искажает Слово Божье, говоря: ныне Бог посылает свои суды, изливает сосуды гнева, все кончено. Но до самого последнего дня, до последнего нашего вздоха, еще до пришествия Христа, до самого конца времен, Дух Святой здесь, на земле. Он все еще пробивается в сердца, все еще призывает, все еще действует. Бог нисколько не зависит от того, что исходит от других так называемых богов. Ни от Мухаммеда, Аллаха, ни от миллионов других богов в Индии. Бог не считается со всем этим. Его слово есть истина. Бог всегда говорил об этом через своих рабов, пророков, церкви, что наступят тяжелые времена. Ныне наступают времена беспорядков, ныне время исполнится словам Божьим,
Я явлю славу мою. Никакое имя не может быть больше моего имени. Выше моего имени не может быть. Бог прославляет свое слово, прославляет свое имя, и Он хочет излить Святого Духа. Захария пророчествовал об этих временах, в которых мы ныне живем. Времена тьмы и мрака. Когда кажется, что весь мир колеблется и разваливается, Он говорил, что Бог изольет Духа благодати и умиления на своих людей. Захария 12:10. Духа умиление. В Писании написано в книге Аия, «Вострубите трубою, назначьте пост, зовите народ, созовите собрание, пригласите старцев. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой». Иаия 2:15. Так о чем же мы молимся? О чем молиться в подобные времена? Сказано, соберите народ. Начните искать Бога, как никогда раньше. Не поддавайтесь панике. Не верьте лжи дьявола, потому что Дух Святой не будет взят до пришествия Христа. Не давайте места отчаянию. Не давайте места мыслям, что ислам, мусульманская религия завоюет мир. Она завоюет всю Англию, Европу, завоюет все Соединенные Штаты. Это не по Писанию. Этого никогда не будет, потому что Господь не меняет свое слово. Когда приходят трудные времена, например, эпидемии, как птичий грипп, то такие «боги» в кавычках, ни Аллах, ни другие миллионы индийских богов, никакие мирские боги ничего не могут сделать. Мы можем вспомнить цунами в Шри-Ланке или других странах, где люди спрашивали, где наши боги, что происходит? Все эти боги, все ложные боги, которым люди сегодня служат, бессильны. Я не боюсь проповедовать об этом. Я не боюсь говорить это. Мы не выступаем против разных народов. Здесь собраны люди от всех концов земли. Мусульмане же говорят, мы должны уничтожить христианство. Но они не смогут смутить истинных христиан, истинных верующих в Иисуса Христа. И не наш дух, но сам Дух Святой восстанет и скажет, «Довольно, довольно». Дух Святой будет действовать и остановит любые попытки помешать миссии Святого Духа в последние дни. Поэтому мы не должны поддаваться панике, подобно людям мира сего. Наверное, лучше просто выключить новости. Просто выключить. Вы можете быть в курсе последних событий, но, пожалуйста, не позволяйте этим новостям смутить вас. Уповайте на Духа Святого. Бог все держит в своих руках. И вот о чем мы должны молиться. Не предай наследие твоего на поругание. Обратите внимание, не предай наследие твоего на поругание. Это сказано в книге Иаили 2:17. Не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Не позволяйте, чтобы кто-либо так говорил. Соберитесь все вместе и молитесь, чтобы этого поругания не было на братстве, чтобы этого поругания не было на церкви Иисуса Христа, будто бы мы бессильны. Но у нас есть сила в наших молитвах. У нас все еще есть молитвенная сила. Она у нас всегда была и будет дальше. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Мы можем уповать на Господа, которому служим. Мы можем взывать, и Бог все еще отвечает на молитвы верующих в Него. Теперь вернемся к книге Захарии, 12 глава. Я зачитаю, что он пророчествовал о нынешних днях. С 10 стиха. А на дом Давида, это церковь, и зальют дух благодати и умиления. Далее 12. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо, это церковь. Племя дома Левиина особо, это семьи в отдельности. И жены их особо, это отдельные верующие личности. Пророк Захария выделил три места, в которых Господь общается со своими людьми. Три места. Когда Иаков ходил
в земле обетованной, то Бог сказал: «Встань, пойди в Вифиль, устрой там жертвенник Богу». Потом Силом. Он избирал места, куда должен был приходить человек. Вифиль, Силом и другие места, которые избирал Бог. Было три места, о которых Бог говорил через пророка Захарию. И я верю, что это слово имеет отношение и к нам. Бог сказал, что изольет дух умиления, это дух молитвы, дух благодати. Он сказал, что это начнется с его дома. Он сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». И Бог в первую очередь зовет нас в церковь Иисуса Христа, чтобы молиться и искать лица Божьего. Вся мировая история менялась за счет усиленной молитвы в теле Христовом. Вся история. Народы менялись. Наши миссионеры собираются ехать с Бурунди под предводительством пастора Картера. Они были приглашены церковью из Бурунди. И Бог положил на сердце пастору Картеру и тех миссионеров, которые туда едут, молиться за эту страну. И Бог будет там трудиться. Сейчас в этом регионе действует военное положение. Мы верим, что Бог ответит на наши молитвы. Он положил это на сердце пастору Картеру, и я верю в это. Посредством молитвы Бог может спасать целые народы. Перед нами стоит не только вопрос о церкви в Бурунди и их проблемах, но о целом народе. Но Господь оценивает такую твердую веру их сердца и такое подвязание за свой народ. Они превозмогают все страхи, все тяжелые обстоятельства в их стране. И несмотря на это, по-другому, как Господь хочет действовать в целом народе, я думаю, что наш Бог может больше, чем мы думаем. Давайте вернемся к нашей теме. Бог сказал, что изольет духа благодати и умиления на церковь. Дух Святой в первую очередь пришел в собрание апостолов, в церковь. В Библии написано: «И они постоянно пребывали в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Деяния апостолов 2:42. Помните, в Новом Завете Петр был освобожден из темницы лишь потому, что церковь продолжала усиленно молиться за освобождение Петра. Бог освобождает посредством совместной усиленной молитвы церкви. Он являет свою силу. Он творит чудеса. Это начало. Он нас призвал к этому. В этом году в нашей церкви, как это делается ежегодно, по согласию служителей, назначены 3 дня поста и молитвы за Нью-Йорк, во вторник, среду и четверг. Бог отвечает на такие молитвы. Мы призваны к такой единодушной молитве. Нет ничего прекраснее, чем быть в этой церкви, когда здесь присутствует Дух молитвы. Когда Дух Святой наполняет это место и вдохновляет нас, это слава Божья. Мы много молились за разные нужды. Например, мы молились, чтобы Бог открыл нам дверь в Маньчжурию, северо-восток Китая. И Бог открыл нам дверь в этот регион. Бог открывает двери в страны. Мы молились за Кубу, и Бог открыл нам туда дверь. Бог открывает страны. Бог отвечает на молитвы за каждого в отдельности, о ком мы молимся. Как в случае с моим сыном. Бог творит много чудес в теле Христовом. Это самый первый призыв Божий. Приходите в церковь и ищите лица Господа здесь. Однако наши совместные молитвы ограничены. Они ограничены временем. За неделю в нашей церкви проходит 6 служений, 7 в лучшем случае. Каждое из служений длится около 2 часов. На каждом служении в совокупности 1 час уходит на молитвы. Это 6-7 часов молитв в неделю. И мы благодарны Богу за это. Это замечательно, что Бог дает нам такую возможность. Это основа. Но многие люди постятся и молятся только здесь.
Однако существует и другое место, где Бог хочет иметь общение с тобой. И это твоя семья. Это те двое или трое, собранные во имя Мое, как говорил Иисус. Это и есть молитва по взаимному согласию. Послушайте меня. Если ты верующий и любишь молиться, и если у тебя есть кто-то, с кем ты можешь помолиться единодушно, то ты самый благословенный человек на земле. Это просто чудо, что ты можешь иметь кого-нибудь, с кем бы ты мог поговорить по телефону, мог бы помолиться. И Бог может производить свою чудную работу в вас. Это семья. И я убежден, что каждая семья должна иметь свой молитвенный час. Так я молюсь каждый день. Мы годами молимся за наших детей, чтобы они не потерялись. Мы молимся за наших внуков. Молитвами мы прогоняли дружков и подружек наших детей, разрушали эти связи. Сейчас я усиленно молюсь за двух внуков. Молитвами мы прогоняли их, прогоняли девочек, прогоняли парней. Сменим тему. Ты так занят, что не можешь помолиться со своими близкими. Я расскажу вам, почему я стою здесь сейчас. Я вырос на семейных молитвенных собраниях каждый день. Независимо от того, что мы делали, мы могли играть, готовиться к школе или играть летом на улице. Мама открывала входную дверь. Дэвид, время молиться. Джелли, Анита, Роуз. Джон еще не родился. Время молиться. И это во всеуслышание соседей. Иногда я просто ненавидел это. Иногда я просто мог разозлиться. Но я был всего лишь ребенком. Но что-то происходило на этих собраниях. Бог производил свою работу, и в итоге Бог совершил много великих дел через эти молитвенные собрания. Это и есть та совместная молитва двух или трех. Многие вещи в моей жизни происходили на таких собраниях двух или трех. Это тот призыв Божий, о котором говорил пророк Захария, и куда Бог также изливает своего духа благодати. Недостаточно просто участвовать в совместных молитвах церкви. Молитва должна также звучать в домах. Особенно, когда мой муж не спасен, или моя жена не спасена, когда мои дети непослушны. Молитесь, это ваш дом. Вы поняли? Ну и пусть твоему сыну 18, это твой дом. Ты платишь за него, и у тебя есть все права. Я не призываю вас грешить, но возьмите вашу Библию, зайдите на кухню и молитесь. Не скрывайтесь от них, пусть они видят и слышат это. Мы подошли к основной теме моей проповеди. Молитва в тайной комнате. Я зачитаю снова из книги Захарии. Стих 10. «И залью дух благодати и умиления». Далее 12. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, племя дома Левиина особо и жены их особо». Жены — это каждый человек в отдельности. И Бог не зальет своей благодати, пока не найдет жаждущих и ищущих Его людей. Не зальет Духа, которого Он обещал. Иисус учил, когда ты молишься, сейчас найду это место. Стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Это место, которое я зачитал в начале, Матфея, 6 глава, с 6 по 8 стихи. «Войди в комнату твою». Я остановлюсь на минутку здесь. На Востоке во времена Христа в центре дома располагалась комната, похожая на кладовку. Это была маленькая комната в центре дома, где хранили разные вещи. Именно об этой комнате и говорил Иисус. «Войди в комнату твою». «И затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне».
И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Бог говорит сегодня к моему сердцу. Мы здесь, в Нью-Йорке, где очень мало свободного места. Прошло уже много лет, около 20 лет с тех пор, как я переехал в Нью-Йорк. Когда я читал эти слова Иисуса, я тогда проповедовал на эту тему и учил. Если у вас нет места, чтобы уединиться для молитвы, вы можете молиться сами себе в автобусе, в метро или где-либо еще. Сделайте это место вашей тайной комнатой. Однако, чем дольше я хожу пред Богом, тем больше Он меня учит. Мне уже 75, и Бог все еще учит меня. И Бог проговорил к моему сердцу, чтобы вернуться к этой теме. Это то, что я должен делать был всегда в моей жизни. Я молился на ходу, но меня все время прерывали. У меня не было отдельного личного времени для молитвы. Иисус сказал: «Войди в комнату и затвори за собой дверь, молись Отцу в тайне». И я переживаю, что потерял это время, что я не исполнял слова Иисуса в точности. Я не испытывал этого в моей жизни, но все изменилось. Видите ли, когда мой сын заболел, и врачи были бессильны помочь, это повлияло на меня. Я принял эту ситуацию не просто с верой, хотя было слово от Духа Святого, от Господа, что это от Него, и Бог исцелит моего сына. Господь проводил меня через это, и я хотел быть один на один с Ним в молитвах, пока не увижу, не почувствую и не пощупаю, что мой сын здоров. Недостаточно просто принять это верой. Мы часто даем такие советы. Прими верой. Это перерастает в некое оправдание того, что у нас нет личной молитвенной жизни. Также мы оправдываемся тем, что у нас нет времени. У меня нет места, и о чем могу я вообще молиться? Я не могу молиться больше 10-15 минут. Но если ты не можешь, молись хотя бы 10-15 минут. Посмотрим, как Иисус применял это в своей жизни. Евангелие от Марка 1:35. А утром, так поступал Иисус, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Евангелие от Матфея 13, стих 23 написано. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Иисус оставался там один, в одиночестве. Брат Томас Мэн, один из величайших писателей пуританского движения, один из моих самых любимых писателей, один из самых благочестивых писателей в истории, я верю этому от всего сердца, я собрал коллекцию из его 17 книг, я очень их уважаю, он писал: «У нас никогда нет времени молиться уединенно». Хотя у нас есть время для всего остального, чтобы поесть, попить, уделить время детям, время для работы, но у нас нет времени всего лишь для одной вещи, на которой зиждется все остальное. Мы говорим, что у нас нет места, но Иисус сходил на гору, Петр молился на крыше, пророки уходили в пустыню. Если же ты действительно любишь кого-то, обязательно найдешь место, чтобы побыть с ним наедине. Ты найдешь это место. Бог часто приводит нас в тайную комнату через скорби. Давид говорил: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Псалтырь 118:67.
Он говорил, прежде страдания моего, Бог не допускает скорби просто так, но это доказательство Его любви. Он никогда не причиняет вреда своим детям, но Он никогда... Но Он иногда вынужден допускать скорби, чтобы пробудить нас от сна и смирить. Я знаю это из множества писем, которые я получаю со всех уголков земли. Люди, которые проходили через скорби, писали, что так Бог пытался привлечь их внимание. Давид видел, что что-то в его жизни идет не так. Видите ли, Библия говорит, что когда время тихое, спокойное, все идет своим чередом, мы склонны к отступничеству. Это искушение, чтобы ослабить нашу молитвенную жизнь и перестать носить бремена друг друга, чтобы не углубляться в молитве. Но когда вокруг все спокойно и нет скорбей, в это время, чтобы приближаться к Богу, искать Его уединенно, это время, чтобы пополнить силы, укрепиться в Боге, чтобы быть готовым к наступлению врага, который придет как-то. Многие же бывают удивлены, они бывают сильно смущены, они не готовы помочь, потому что под охраной, они не под охраной Божьей. Слава Богу за молитвенное служение в нашей церкви. Слава Богу за молитву народа. Слава Богу за возможность собираться вдвоем или втроем. Молитвенные служения являются сердцем этой церкви. Это сердце любой церкви. Я еще не знаю таких церквей во всех странах, в которых я когда-либо бывал. Я не встречал церкви, в которой бы не было отдельного молитвенного служения. И это хорошо, что ты участвуешь в них. И это доказывает, что ты имеешь личное общение с Богом. Твое желание быть в единстве с телом Христовым свидетельствует о твоей личной молитвенной жизни. Здесь ты можешь делиться тем, что тебе дал Бог в твоей комнате. Прежде страдания моего, я заблуждался. Джон Кельвин, один из величайших комментаторов Писания, говорил, «Мы никогда не смиримся пред Богом, пока не придут гонения. Мы не сможем исполнить Его заповеди от полного сердца, пока нас не застигнут гонения». С.С. Луис говорил, «Пока Бог разговаривает шепотом, нам хорошо». Но когда Он кричит, нам больно. Он говорит в рупор, чтобы разбудить этот глухой мир. Боль отверзает ухо. Благоприятное время, Бог говорит, и в тихом веянии. Но приходит время, когда Он берет свой рупор. Просыпайся, ищи Меня, и Я буду найден. В книге «Плач Иеремии» 3 главе написано, «Иеремия жил в тяжелые и темные времена, времена опустошения, он напоминает наши дни. Он молился, его сердце было наполнено горем. Бог ответил ему, потому что Бог слышит, видит горе и слышит плач. Будьте внимательны, это ключевая часть моей проповеди. Господь ввел Ефрема в великую скорбь. Он спрашивал, почему? Но они сами нашли на него ответ, когда Дух Святой посетил их. В данном случае Ефрем — это прообраз Израиля. Слышу Ефрема плачущего. «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь. Когда я был обращен, я каялся». И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Иеремия 31:18. Пророк говорил, «Ты был как необузданный бык, но у Бога была цель. У него был план, чудесный план для твоей жизни, для всего твоего будущего». И Бог проводил его через эту школу. Он допускал скорби, взял розгу. Раньше в школах, где я еще учился, у нас в школе была розга. Знаю, что сейчас по политическим соображениям это запрещено. Но у нас была розга, и учитель бил по плечу или по руке этой палки. И Библия говорит об обучении розгой.
Мы были как неукротимые тельцы, неукротимые молодые бычки, полные энергии и жизни. Мы хотели покорить весь мир. Но, как правило, мы не признаем этого. Ефрем признал, что был как необузданный телец и ходил своими путями. Другие же, напротив, говорят, почему мы встречаем скорби? Мы не хотим этого. Почему Бог делает это? Мы же народ Божий, мы призваны Богом, чтобы быть избранными, чтобы страдать. И Дух Святой открывает причины скорбей в твоей жизни. Иногда просто невообразимых скорбей в твоем доме, семье и жизни. Может быть, даже на работе. Мы встречаем эти вещи, и Господь говорит так. Я пытаюсь укротить дикого быка в тебе. Я хочу, чтобы в тебе не было всего этого, что уводит тебя в сторону. Чтобы на происшедшее в твоей жизни ты не сказал, я не могу больше терпеть, я сдаюсь. Я только одно средство знаю. Только одно средство, которое может помочь. Потому что когда Бог наказывал Ефрема, он был смущен. Но он вернулся. Это имеет большое значение. Они сказали, когда я был обращен, я каялся. Теперь мы принимаем наказание. Мы принимаем обличение, и мы больше не задаем лишних вопросов, и не сваливаемся на дьявола или на кого-нибудь еще. Мы покоряемся тебе, Господь. Только тогда мы усвоим урок. Только так мы сможем все понять. Я знаю это, так как Бог проводил меня и сказал. Я подчиняюсь тебе. Я не хочу быть неукротимым тельцом. Единственный выход — приходить ко Христу в тайную комнату и ждать Его. Пока Иисус не ответит тебе, пока мой дух не обновится в молитве покаяния, чтобы я мог дальше служить Господу. Если ты чего не можешь сделать, просто уединись на 15 минут в день. И славь Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Восхваляй Его. Если это все, что ты можешь сделать, то делай. Уединись. Ваши дети в школе, воспользуйтесь временем. Если вы проснулись раньше, есть запасной часок, то помолитесь наедине. 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 Я уже заканчивал. Я не знаю другого способа стать лучше, чтобы способы измениться, кроме того, чтобы побыть наедине с Богом. Не со своей женой, не со своим другом. Для этого тоже есть время и место. На прошлой неделе мы получили известие об одном епископе, нашем друге. Мы были вместе с ним в Израиле относительно недавно. Но 10 дней назад мы получили сообщение от него. Он был епископом Пятидесятнической церкви в Будапеште и начальствующим епископом по Венгрии. Он был моим близким другом. Он написал мне, что 10 дней назад готовил на гриле и подошел к огню слишком близко. Одежда на нем загорелась, он получил сильные ожоги. Он мне написал об этом, сказал, что плохо себя чувствует, и рассказал мне о том, что произошло. Церковь молилась за него. Я думал, что ему должно полегчать. На прошлой неделе он ходил в больницу, чтобы снять повязки. Но неожиданно он умер от заражения крови. Пятидесятническое движение в Венгрии сильно скорбит. Мы посылали деньги его жене. Ну что они смогут сделать? Вся церковь молится за нее. Но ее это не исцелит. Ее окружают ее родные, любящие ее, но это не утешит ее. Я хотел бы обратиться сейчас к ней. Я хотел бы обратиться с к ней, со словом. Мы будем продолжать молиться за нее, но единственная надежда для нее — это утешение от Духа Святого. Когда Он приходит, то приходит с одной целью. Он — утешение от Духа Святого.
Когда же он приходит, то приходит с одной целью. Он напоминает нам все, чему учил Иисус. А Иисус учил. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему. Это то, что может дать мир. Потому что не на кого больше надеяться. Надеяться, кроме Духа Святого. Не на психотерапевтов, не на психологов, но ты сам должен прийти к этому выводу. И если еще кто-либо находится в подобной ситуации, то слушайте внимательно. Вы не найдете утешения в ком-либо, не найдете его в муже или жене, не найдете у психолога, но только один. Твоей тайной комнате. Помните с Иисусом. Он посетит тебя, и ты выйдешь из твоей комнаты обновленный. В Гондурасе живет один благословенный пастор со своей женой. Там они содержат один сиротский приют. Мы посылаем материальную помощь им. Сейчас у них воспитываются 17 сирот. Но 5 лет назад они нашли двухгодовалого больного мальчика в полусознательном состоянии. Они приютили его. В сиротском доме его прозвали «принцем». В итоге эта семья усыновила его. Но 2 недели назад дети играли в машине, и когда они закончили играть и выходили из машины, то этот мальчик случайно толкнул локтем рычаг переключения передач, и машина тронулась с места. Этот мальчик выпал из нее, и машина переехала его насмерть. Мы посылали брата Смита, нашего миссионера, мы послали его, чтобы он посетил их. Когда он гостил у них, то упал и сломал себе ногу. Эти люди, эти добрые люди не могут утешиться. Дети видели то, как это произошло. Это печально. Я хочу спросить вас, на кого они могут надеяться? Как им пройти через это? Что вы можете сказать? Что вы не можете просто брать слова из Писания и говорить этим людям, у которых такое горе? Мы говорим, Библия говорит то, Библия говорит это. Да, она говорит. Я могу только сказать, и я адресую им эти слова. Мы им напишем письмо завтра. Я хотел бы, чтобы эта семейная пара знала, что эта церковь поддерживает их своими молитвами. В конце нашего служения мы помолимся за 2 нужды. Я не хочу затронуть ничьи чувства. Только прошу молиться за этих бедных людей. Поймите, я могу написать им письмо, привести места Писания. Ну что я могу сказать? Но я не смогу исцелить эту рану, эту боль. Я не могу сделать этого. Я говорю им, побудьте в одиночестве. Сестра, ты иди в свою комнату, дорогой брат мой. Ты иди в свою комнату и предстаньте пред ним. И я надеюсь, у вас есть это место. И это единственная надежда, единственное лекарство от боли.